Вот здесь показано весь шлейф этих наших пропускных и пропускных культиваторов. Вот показано от маленького 1,7 и включает 4,6 под все виды тракторов. Посещаем сейчас производственный цех. Здесь производится у нас сборка сельхозмашин. Но здесь это, полугловая. Это тот цех или это ты новый? Это уже новый. Вот это агрегат, который профилирует гряды. Значит, здесь вот вносится локальное удобрение в гряду. И ленточкой подаем биопрепараты. То есть мы эту гряду заряжаем уже, чтобы на последующее функционирование там была микрофлора почвы. И вот это стартовая доза удобрений. Рассадопосадочная машина, это кажется очень простая конструкция, но это вообще шедевр всего. Вот идет, образует лунки в почве. Когда подходит лунка, он туда подает воду в лунку, 200-300 миллилитров. Угу. И сидит вот оператор здесь. И все культуры мы садим. Да, и все культуры, независимо Томаты. От возраста. Сейчас очень заинтересована узбекская сторона вот заиметь вот этот комплекс машин. Мы внесли предложение, чтобы создали такой центр, тоже экологизации в Узбекистане, но не прорабатывает этот вопрос. Вот если сухая погода и дождей нету, ночью за счет росы, за 6 дней примерно 6-8 миллиметров влаги появляется. Вот для кукурузы незаменим. Да. Это да, же? Да. В принципе, да. Но проверим, вот этой осенью сейчас проверим. Правильно ты говоришь, надо посмотреть. Да. Инженер говорит одно, и изобрел, и прочее. А мы должны посмотреть, как это будет на земле, на грешной земле. Проверю и правильно. Доложу. Правильно.